У нас сегодня 13 августа 2022 год. Это у нас после завтрака. Время 8 час. Около 8. Вон здесь вот в огороде, в конце огорода, у нас есть яблонька. Хорошие такие красные яблочки. Они уже лопаются прямо на дереве. Вон видно. Уже испортившиеся. О. То есть сочные такие. Вот. Это Игнат Тихонович здесь собирает. Я решил крапиву убрать. А ветки прогнулись. Это надо будет обкашивать потом мне, пройтись вдоль картошки все. Крапива какая огромная. О! Сейчас я уберу ее тут, а то подходить тут она жалится. Хорошо, что у меня в кармане рукавички оказались. О! Тут у нас хрен растет. Он какой хороший. Листочки. Лестницу принес. Такую вот сколоченную, мощную. Еще посмотреть, есть или нет. Вон крапива где. Туман такой вот, стоит густой с утра. Маленькая. Да удаленькая. Ну вот. Маленький продрался. Вот они, яблочки висят. Это Павлова. Надо набрать ведро, ему отвезти. Утешение дать ему. Вкусные яблочки. Какое дело-то? Потом вон куда я лазил на этой, по лестнице, там притягивал их. Смотри нынче сколько. А мы в других местах брали, а это я даже ни разу не вспомнил. У меня может быть встреча с ним на неделе. Попрошу туда отвезти, у меня нужда есть. Встретиться там с руководством. Видишь, она как вот лопнутая, то есть они здесь на месте уже переспелые, а тут же рядом другие, нормально. Вот теперь надо брать. Тут надо не одному, вон смотри сколько. Тут я думаю, что ведра 4 будет. Одно вот такое ведро куда-то поставить, так закрыть, чтобы оно... как бы прохладки было, и в понедельник туда поехать. Пускает, и он сажал, а теперь он там живет. Домик этот продан. Господи помилуй, надежда была тут, по картошке прошла, придавила ее, но я по следу прошел тоже. Вот оно какое дело-то. Вот смотри тут. Только начал брать-то уже сколько. Ну я с листьями беру. Не отдираю. Отдельно потом переберу. Ой, какой богатый. Да главное, дождя-то мало было. Вот оно лопается, видишь?
Да. Какая она. Вот лопается-то лопается, но она совсем лопается, негоже взять даже нельзя. Вот тут внизу я видел. Вот она какая. Еще она? Она никуда не годна. Вот это он любил это дело, там прививки делать разные. Где-то учился, курсы проходил. Талант какой был. А это все дело Божье. Господь дает урожай. Это даже вообразить нельзя, сколько ягод, яблок. Говорят, я поеду там в Майкоп, там яблоки два раза в год. Ты, яблоки. Я вчера яблоки поел, а сегодня уже и не надо. Ни два, ни три. Это хлеб не приедается. Мясо, рыба, все приедается. Потому что каждый день. Я вот вчера был в районе, посмотрел, какие, как люди идут, и мы отвыкли от этого. Сладко. Ни одной женщины, ни девочки не видели в платке. Вообще голые, голым. Как пишет Толстой, простоволосые. Мужчину ни одного не видели, ни с поясом, ни с бородой. Поэтому мы для них там как инопланетяне были. Попробуй, возьми его. А на севере бы не бросили, это витамин. Все равно. Арбузные корки, и говорят, они их солят там или как-то. Ну и правильно. Там получают больше, но и все дороже. Оно где-то и выравнивается таким образом. Видишь, как это вот ограда пала, это он все загораживал. Павел. Трудяга. Ну, пожилось здесь. А почему не пожилось? Ну, вот так. Хо-хо-хо. Надо будет сейчас тут лесенку эту установил уже, наверное, да? Вот. Ну вот ее надо будет тут установить. Кверху тут еще на самый. Так, у меня голова кружится. А то у меня уже второй год она. Я голову поднимаю кверху вот так вот, а сейчас маленько. Ну сейчас не так, а то было прямо так шатает. Это, видимо, это возрастное. Я вот с кем сколько вижу, и точно так же. Но я с этим не соглашаюсь. Это сильно помогают земные поклоны. А когда сильное головокружение, поклон не сделаешь, ты упадешь. Я вот там лазил голубям раньше, а сейчас не лажу. Там, где это, ну, кверху. На самом уже голубятне на самой. Вот так. Смотри, только начал уже, считай, больше половины в ведре. А я гляжу, этот хрен-то. Только что недавно, кажется, под корень брали. А как он вырос? Вот что значит глубоко корни. Влаги-то нигде не было, а у него влага. Наверное, метра на два уходит. Конца не видно. Сколько откопал, никогда до конца не докапывал. Слава тебе, Господи, слава тебе. Я видел там, снимают как-то, какие как ножницы он стрижет. И они прям ему там в корзинку падают. Ну, на высоко-то не залезешь. А то мы были у отца во Фрунзе, когда он туда уехал, отец Айким там же был. И у него там яблоки. Ну, разные сорта были. Не они садили, а дом так купили. И вот, интересно как.
бывает рано зреют, бывает поздно. А вот поздно, которые зреют, они тугие такие, твердые. Ну, я их люблю. Так прозвали Игнатьево яблоки. Вот оно. И главное, они положишь, они не портятся. А если обыкновенный, то так он все. Вот он. Вроде бы еще ничего нет. Вот два яблока испорченные. А этот уже лопнуло. Лопнуло. Явно дело, что уже даже это не желез. Наверх, Володя, я боюсь лезть. Шмякнуть отсюда. Надо будет еще принести ведра. Все. Никуда на юг ехать не надо. Бывает, трава скудная. Вот мы там в Грузии были. Ну, на нашу сразу, он говорит, она более питательная. У нас такая есть линик, да, отец так и говорил. Корова там на вильник съест и воды напился, то есть она как бы на сушняке, а там как-то все вокруг горы. Ну и мы подошли познакомиться, там выгнал овечек. А поете где, говорит, а с цистерной привозит. Он в Грузии были мы это, да. А нанят это какой-то азербайджанец был. Стал я ему говорить о Христе, он говорит, а я мусульманин. До того я удивился. Грузия. Мусульманин пасет нанятый. Так. О, дорогой мой. Результат пока стоял. Можешь поставить туда. Потуда нести надо, не здесь. Ну все. Бери лестницу, мне передашь. Такая красота. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.